Добрый день, дорогие друзья! Готовим торт творожно-ягодный. Для торта нам понадобится творог, 2 пачки, йогурт или сметана. У меня йогурт. И ягоды. У меня клубника. И желатин. Растворенной в воде. В творог добавляем 2 столовые ложки йогурта. Тщательно перемешиваем творог с йогуртом или сметаной. Форму. Форму можно взять любую. Я вот так взяла, застелила пленкой пищевой и буду выкладывать ягоды клубники. Чистые ягоды клубники разрезали на дольки, вот такие. И выкладываем нашу форму. Таким образом. Желатин мы растворили на водяной ванне полностью. Остужаем его. И добавляем желатин в творог, в творожную массу. Все тщательно перемешиваем. Перемешали. Тщательно можно пробить блендером. Все это взбить быстрее будет. И добавляем ягоды. Весь творог распределили по форме и отправляем в холодильник на 3 часа. Переворачиваем форму, снимаем пленку и вот такой торт клубничный у нас получился. Готовьте, подписывайтесь на мой канал, жду вас, мои дорогие друзья, всего вам доброго. Суп лапша. Салат свекла с авокадо.